Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Господи, тут две перескочицы. Где? Куда ходился? Так я уже болею, какая мне разница? Эрлан, ты где? Карин, привет! Ой! Лёш, ставь лайки, пожалуйста. Мне так холодно. Ну, типа, она в перископе, но без меня. Это вы знаете, как мне холодно? Мне очень холодно. Я не могу, я хожу такая. Да, ты её Юля, привет. Знаешь. Юля, ты сделала карту? Ой, её график. Кто, что там, что? WhatsApp? Это Шиля, кто написал? Лёша. Кто это? Антохин. Я его не знаю. Ну, друг Кадурин. Я его не знаю. Пошли ты на спар, я очень замерзла. Я в следующий раз смотрю вариант, чтобы за нами приехал папа. Тепло, очень холодно. Че, в спар? Пошли походим, посмотрим. Тут тепло, смотри. Каждую осень, зиму и весну мы заходили сюда с Викой после арт-модерна. Хоть у меня совсем нет денег, посмотрю, что купить. Что, нам не холодно? Давай посмотрим. Эрлан, ты скоро, нет? Две минуты осталось. Мариан, привет. Да. Мне Марьяна любит, а тебя нет. Лёш, где мой лайк? Настя! Ради привет огромнейший! Мне тоже большой спасибо. Сделал скрин. Рогерс, это ты сделал скрин? Ты кто? Спасибо большое. Ответ на вопрос. Давай. Рад, я сочная. Столица Ирландии. Ирландия, я не знаю. Ирландия? Я не знаю. Ну, я по географии 5. Мне 14. Ой, я все говорю, что мне 14. Я не привыкла, что мне 15. Мне 15. Мне 15 лет. Ну ладно. Один обижает тут. Какой? Вот этот, который написал заметно. Он меня спросил, какая столица Ирландии. Что делаем? Делишки. Он вышел, нет? Ирланд? Да. Да. Знаешь, БМН... Б... Ой, МБНД? Да, знаю. Спасибо. Подключаются какие-то я. Супер секси, спасибо. Я помню, как начал так. Ну, классно, спасибо. Рядом кто рано. Кому нужен детский гель? Ладно, я шучу. Спасибо. Вам купить носочки? Куплю носочки. Так женщина смотрит, которая продавщица. Мне пишет, милая няша, спасибо. А я? Призик купит. Ай, Денис. Меня зовут Настя. Пойдемте? Пойдемте. Видел, нет?
твоя подруга написали, что ты тоже милая. Я? Но я милее. Вы обе няши. Я тоже Настя. Ой, это прикольно. Все понятно? Чего вы ушли-то? Милее. Да там что-то скучно вообще стало. Лысик мне ходил, минералку покупал. Пойдемте здесь. Покажи подругу, Рад. Come to me, please. С Эвелиной и с вот этой, которая девочка. Как дела? У меня все хорошо. Почему скрин? Вот Рада. Вот подружка. А вон третья подружка. Сейчас видел богатыря... Богатыренко я тоже видел. По-французски? Мне сказали по-французски. Они что делали тут? Я не знаю, они в спаре были. Они тоже на КВН вроде ходили. Я Мишу видела в ГТК, он со мной поздоровался. Хап-хе-хап. Что за 2-8 ЕМК у себя? Как это вырубаешь шарап? Ладно, сейчас подожди, отпусти меня. Короче. Всем пока, с вами была Настя Браун. До скорых встреч. Всех люблю, всем целую. Пока-пока.